Вітаю, шановні глядачі! Щодня у Кам'янському на лінію виходять 150 автобусів та 23 трамваї. Вони працюють на 34 маршрутах. За останні два роки коштом міського бюджету придбали за 20 комунальних автобусів, оновлювали парк і приватні перевізники. Цьогоріч на маршрут вийдуть ще 8 новеньких автівок. Про розвиток міського транспорту сьогодні говоритиму з начальником управління транспортної інфраструктури та зв'язку Кам'янської міськради Дмитром Конельським. Вітаю вас! Добрий день. Ну і для початку розкажіть нам, будь ласка, як плануєте розвивати комунальний транспорт Кам'янського? Чи існує якась певна програма для цього? На сьогоднішній день в місті существують дві програми. Це програма розвитку електротранспорту і програма розвитку транспортного комплексу. На сьогодні, як вже заметили, 20 автобусів працює у нас в комунальному підприємстві. Вони успішно працюють вже 2 роки. Вопросов как бы к этим автобусам нет, все довольны, все хорошо. На сегодняшний день мы провели процедуру открытых торгов еще на 8 автобусов. Планируется еще как бы закрыть 2 маршрута. У нас работают 30 автобусных маршрутов. Как вы уже сказали, выходит порядка 150 автобусов. Маршруты у нас охватывают все то же самые отдаленные точки. Это Левый берег, это 6-я сотня, это 55-й блочок, то есть, ну, можно сказать, на сегодня у нас маршрутная сеть автобусная покрывает все районы города. Ну, для удобства, скажем так, наших граждан. Чи є потреба у таких великогабаритних автобусах, як, наприклад, у Дніпрі? У нас в городе работают автобусы большой вместимости, но не по всем улицам они могут пройти. Поэтому в некоторых местах, на некоторых улицах целесообразнее автобусы средней вместимости либо малой вместимости. Як розвиватимете електротранспорт у найближчі роки? Планируется развитие в дальнейшем и электротранспорта. Было приобретено в прошлом году 5 вагонов трамвайных. В этом году планируется приобрести еще 3. Вагоны из Чехии, которые мы приобретали и ранее. Вагоны достаточно хорошие, зарекомендовали тоже себя хорошо. И пассажирам они нравятся, и самим трамвайщикам, скажем, нравятся. И в обслуживании они несложные, и в управлении. Таким образом, транспорт у нас улучшается, развивается, более комфортный, более безопасный становится. Электротранспорт у нас состоит не только из трамвайных вагонов, но это также и трамвайный путь, это энергохозяйство, то есть контактная сеть. В прошлом году была приобретена у нас новая машина для службы энергохозяйства. Это вышка специализированная именно для по ремонту контактной сети. Планируются замены некоторых участков рельсового покрытия. А на яких шляхах, розкажіть нам, будь ласка, на яких маршрутах планується ремонт рельсу, як ви кажете? Ремонт рельсового полотна планируется, ну, на наиболее изношенных, скажем так, участках, на каких-то именно аварийно опасных, это повороты, это уклон. Скільки взагалі трамвайних маршрутів у вас по місту їздить? Перший маршрут – це у нас йде по центру міста. Це дуже такий, скажімо, загружений маршрут. Цим маршрутом дуже багато пользуються. Другий маршрут у нас йде від центру міста на соцгород. Це так називаємо у нас поселок БАМ. Третій маршрут у нас йде, це теж з центру идет аж в Карнауховку, поселок Карнауховка, там через 6-ю сотню. Четвертый маршрут, это у нас очень длинный маршрут, он охватывает у нас завод ДКХЗ и поселок Романково. Чому так исторично склалося, что місто без тролейбусов? Тролейбусное, скажем так, сообщение, ну, не актуально. То есть это нужно ставить опоры, это нужно протягивать контактную сеть, тяговые подстанции, эксплуатационное депо, люди, которые будут обслуживать это все. Ну, на сегодня у нас уже сформированная транспортная сеть, скажем так, которая состоит из автобусных маршрутов, которая состоит из трамвайных маршрутов. Поэтому необходимость прокладывания, скажем, новой какой-нибудь сети троллейбусной, ну, на сегодняшний день, наверное, нецелесообразно. Потому что, ну, наверное, со временем, в любом случае, мы придем к более экологическому транспорту. Ну, наверное, это будут уже не троллейбусы, а какие-нибудь электробусы там и так далее. Сейчас таких разработок очень много. Много к нам предложений поступает по этому поводу. К нам обращались как и украинские разработчики таких систем, белорусские и европейские. У місті надають послуги як комунальні підприємства, так і приватні. Розкажіть, як проходить відбір? У нас 4 перевозчика.
Три из них – это частники и один коммунальный перевозчик. Это по автомобильному транспорту. Ну, естественно, КП «Транспорт» – это которое у нас тоже коммунальное предприятие, которое предоставляет услуги электротранспорта. Отбор у нас происходит только все согласно действующего законодательства. То есть мы проводим конкурс, все это прописано в законе про автомобильный транспорт, это все в постановах Кабинета министров, порядок проведения. Поэтому участвовать может любой желающий, который имеет определенное, достаточное, скажем так, количество транспорта, и которое соответствует класности, заявленному на конкурсе. Расскажите, пожалуйста, чи вистачає вам водіїв наразі? Да, с водителями на сегодняшний день есть проблема. Водителей не хватает, ну, скажем так, процентов 25 водителей это не хватает по всем перевозчикам, хоть по коммунальным, хоть по частным. Ну, многие уехали за границу, какая-то другая работа. Как частный перевозчик, так и коммунальный перевозчик, ну, пытается разными способами, скажем так, создать условия благоприятные для того, чтобы водители устраивались именно к ним на работу. Там кто-то условиями труда, кто-то там зарплатой. То есть, ну, кто как уже сможет. Наразі вирує коронавірусна пандемія. Розкажіть, будь ласка, про протиепідемічні заходи, якими ви користуєтеся у міському транспорті. На сегодняшний день, опять же, согласно это действующего законодательства, все водители, пассажиры у нас пребывают в транспорте, скажем так, в масках, в средствах индивидуальной защиты. Все автобусы и все трамвайные вагоны после смены обрабатываются специальным антисептическим раствором. Это происходит, если это трамвай, это в депо, если это автобусы, то в местах, скажем так, стоянки, постоянной стоянки автобусов. То есть это специальные люди, которые в специальных, скажем так, защитных костюмах, в специальных респираторах заходят в автобус, все это протирается, поручни, пол, там, стены, в общем, все полностью обрабатывается этим раствором. Периодически вместе с полицией представители нашего управления тоже проверяем именно вот, как придерживаются и водители, и пассажиры в транспорте именно вот этих противоэпидемиологических вот этих вот норм. У Дніпрі зросла ціна на проїзд у трамваях та у автобусах. Скажіть, будь ласка, чи планується зріст ціни на перевезення у Кам'янському? У нас 4 гривні в трамваї. И автобусные маршруты у нас от 4,50 до 7 гривен. Вопрос поднятия тарифа, скажем так, сложный и неоднозначный. Ну, на фоне того, что выросли цены на топливо, на запчасти, и, ну, вообще на все выросли цены, скажем так. Ну, наверное, мы тоже от этого не уйдем. У Кам'янському встановлюють нові зупиночні комплекси. 3 з'явилися торік. Чи плануєте збільшення у 2021 році? Та чим вони відрізняються? Да, конечно. У нас на сегодняшний день уже установлены 3, скажем так, ультрасовременные остановочные комплексы. Чем они отличаются? Это сам павильон, во-первых. Во-вторых, это табло электронное, цветное, которое имеет возможность, ну, скажем так, видеоряд транслировать. Это подзарядные устройства для различных гаджетов. Это кнопка вызова экстренных служб. Конечно, планируется и в дальнейшем устанавливать и дальше. Ну, сначала по центральным улицам, ну, потом будет охвачен, со временем будет охвачен весь город. А на сегодняшний день эти комплексы установлены. Это Левый берег, Диспетчерская, это у нас улица Москворецкая, центр города, и Соцгород, это проспект Конституции. Ориентировались на установку, это, ну, скажем так, ключевые, скажем такие остановки, где именно пассажиропоток наиболее там большой, где собираются люди, ожидают, то есть, ну, для удобства и так далее. У нас в городе была внедрена система «Дозор». Это система, которая позволяет отслеживать движение транспорта в реальном времени. То есть эта система привязана и к тем табло, которые установлены на остановках. То есть и любой человек, загрузив себе там, в телефон, там, в планшет, ну, кому как удобно, приложение специальное может отслеживать прямо стоя там на остановке, грубо говоря, движение любого автобуса, даже там указывается и номер автобуса, указывается, предназначен ли он для инвалидов там, и так далее, и так далее. Мы, естественно, у нас тоже программа
такая установлена, но она у нас, конечно, более сложная для проверок, там, для формирования отчетов, там, определенных там, операций тоже, именно с целью проверки в реальном времени, не выходя, грубо говоря, из кабинета, мы можем любой транспорт отследить, проверить интервалы там, и так далее, и так далее. Очень возможностей много. Дякуємо вам за змістовну бесіду. І вам большое спасибо. А сьогодні говорили про розвиток міського транспорту Кам'янського. На актуальне запитання відповідав начальник управління транспортної інфраструктури та зв'язку Кам'янської міськради Дмитро Конельський.